Ну что, всем привет! Очередное воскресенье, очередная безумная идея. Ну, она не такая уж и безумная, наверное, но мы будем это делать первый раз. А чтобы туда добраться и воплотить ее в жизнь, нам опять нужна тачка. В этот раз решили взять электрическую машину. Вот. Ну, какая-то дача, короче, дешевенькая. Даже с ключевой не с кнопкой. Но, блин, последний раз я ездил на полностью электрических тачках в Грузии. Сейчас будет ссылочка вверху. Посмотрим, как тут. Разницы, наверное, не очень много. Так, ну чё, вот я тоже уже. На самом деле я уже пробовал стоя, но сейчас пока снимаю, пока что сидя. Мы тут болтыхаемся пока без течения в каком-то канале, таком не очень чистом. Но это вроде протока, все равно это водра. Треним. Дианка не хочет вставать, я уже треню именно стоя, потому что сидя слишком скучно, мне кажется. Ля-ля-ля-ля-ля, да, не так легко на нем стоять, баланс ловить. Наверное, что-то схожее с каяком. Ну, прикольно же. Да, короче, это такой драйбэк у меня. Там рюкзак и всякие документы, все такое. А мы продвигаемся дальше на воде. Тут в канале, короче, вода не супер чистая, вот такие вот водоросли попадаются. Но этот канал идет в итоге к шлюзам, если назад вот. Вот. Дианка постоянно по ним прокатывается и застревает в них, потому что у сапа внизу киль выпирает, и она килем в них застревает. А я что-то не знаю, я как-то пролетаю их. Вот. На самом деле едем и не знаем, впереди тоже будут шлюзы или нет. Если будут, то будем переносить их. Вообще, скоро должны уже на саму Одру мы попасть. Сама Одра, на самом деле, вот за этими деревьями сама основная река проходит. А это такой канал рукотворный вдоль нее. Да, ни на машине, ни пешком, конечно. Такие виды не посмотришь. Проплываем под каким-то заброшенным мостом. Судя по всему, железнодорожным, либо трамвайным, потому что шпалы вон есть. Ну, вообще, в принципе, он в виде фермы. Прикольно. Это так есть. Чуть-чуть. А здесь еще ветерок так сзади поддувает. Я стою, парусю, и меня просто вперед само несет. А, как хорошо. На самом деле сегодня жарковато прям. Хочется вот просто спрыгнуть, на самом деле, обкупнуться. Но, как я и говорил, тут... Нет, тут не какие-то говна плавают, но все равно застоявшаяся илистая вода не очень приятно. А это, ну, скорее всего, все-таки ручеек течет, а не стоки. Так, у нас еще один мост впереди. Блин, как в теньке классно-то. От воды так свежестью прямо идет. Да, грязь плавает. Ну, не грязь, а пластик. А вон уточки плавают тоже. О, слушай, может, тут останемся? А?
лежала. На самом деле, сейчас бы, да, если бы была пасмурная погода, наверное, было бы намного проще. Потому что, да, это классно, что на воде в жару, но мы в воду не спускаемся, поэтому не особо нам эта жара помогает. А, это не уточка или это уточка? Или это тоже бутылка? Это вот тоже бутылка либо бревно. А я думал, уточка. Вообще, кстати, уток тут много. То есть они от нас шарахаются, все взлетают. Если получится снять, то подсниму. Я знаю, что есть культура девушка с веслом, а есть девушка на лодке с веслом. Вот, пожалуйста, картина. Да, короче, мы все-таки добрались до места, где этот канал впадает в Одру. По идее, подумали, что это шлюзы, но это не похоже на них, потому что тут нет никакого перепада воды, не видно какие-то массивные железные двери, просто какие-то вот такие вот типа ворот. Сейчас мимо них проплывем. Там сверху какие-то есть знаки, если что, попробуем понять, можно нам там или нет. Но за ними уже видели, кто-то на каяке плавает, то есть там уже можно. Я думаю, что ничего тут не запрещено проплыть. Да, это, видимо, может быть старые какие-то шлюзы. А вон впереди, кстати, поднята створка. Но вот здесь ничего не видно. Наверное, уже не работает. Так, ну вроде мы вот оттуда вышли. И теперь именно... да что, поворачиваться пока не надо, короче, я очень неустойчиво себя чувствую. Да, мы все, теперь по Одре уже идем. Ну, точнее, по одной из ее проток, прямо нормальных, настоящих. Вот, вода здесь уже обычная речная, не видно никаких водорослей, какого-то ила, грязи. Вот, так что тут, если уже с доски падать, то прикольно. Вот, ну и вроде бы, как эта протока должна нас вывести около зоопарка где-то, если все-таки по ней фигачить и фигачить. Но не факт, у нас вся навигация вся в пакете. Да, короче, мы поехали сплавляться на сапах. Также мы могли валяться дома на диване. Нет. Не хватает компа. Да, чтобы его сбросить вниз. Да, я на самом деле тоже, наверное, сейчас чуть-чуть посижу, потому что уже час или полтора на ногах стою. Это я не свалился, это я просто намочился. Так, да, вижу капельки на камере. Вот так вот. Релакс. Течение потихоньку несет. Было бы красно, конечно, побыстрее чуть-чуть. Но можно просто валяться. Сап классная штука. Он относительно устойчивый. Даже, наверное, устойчивый водяного матраса. А, и на нем можно так спокойно лечь и лежать. Горизонт завален. А мне пофиг вообще. Скажи, мама, привет, я на сапе. Чуть-чуть сидя посижу. Ноги устали, и тут... Ребята, каякеры. Да, это именно каяки. Вон, двойные. Ну, это все прогулочные, я так понимаю, да? Вон. Типа просто по реке. Вот, а дальше вон кто-то на этом катамаран-лебедь плывет. И судя по тому, что я помню, что их дают на прокат около зоопарка, то мы где-то прямо уже недалеко, видимо. Ну, мы уже подходим к одному мосту, по которому уже 500 раз ходили пешком. Так что знаем, туда реально до зоопарка совсем немного осталось. Зверинский мост следующий, он метров через 200-300, наверное, это золотой такой мост. Вот, и там же зоопарк, а дальше мы не знаем, куда. Возможно, там же закончим. Я сгоняю, притащу машину к нашей точке. Либо, может быть, выйдем на основную проток Одры и к старому городу куда-нибудь поплывем, потому что там на каяках, на сапах по ней тоже гоняют, просто сбоку. В общем, сейчас посмотрим, какие у нас дальнейшие планы. Мост. Блин, смотрите, кирпичная кладка. Прикольно. И тут эхо точно будет. Слышно хорошо. Ну вообще навигация вон по реке какая огромная. Ну выходные, понятно, теплая погода. Все вон берут на прокаты каяки. Всякие катамараны катаются. Ну и мы вот тоже, да, не отстаем. Что, на каяке будем в это в лето попробовать? Да, на двойном. Мне кажется, надо. Давай попробуем на следующие выходные.
Ну вот он уже, Зверинецкий мост, все, то есть зоопарк. Ну, пока что, наверное, будем дальше продвигаться, потому что еще времени мало, еще не накатали. Кстати, вон трамвайчик едет, какой старинный, исторический. Съемки еще одного моста снизу. Ну, этот уже такой более современный, железный, балочный. Что там? А, уточки плывут. А вон побежали. Ну, в итоге, да, глупо было рассчитывать, что мы попремся на сапах через шлюзы настоящие, где вода бурлящая поднимается. Мы, короче, все, обратно к Зверинецкому мосту вернулись, тут причалили. Сейчас Дианка чуть подустала, отдохнем, сапы начнем сдувать, купим попить что-нибудь, поесть. И я оставлю Диану тут, а сам поеду на болте за тачкой. Что, понравилось? Все, сап закончился. Я сейчас куплю воду попить. Беру болт, самокат и еду за машиной.